Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня обзор еды, причем довольно вкусный, необычный, сладенький. Короче, это продукция Kinder в моих руках. И это именно тот продукт, новый вкус которого я бы никогда не подумал, что у него будет когда-то новый вкус. Это один из моих самых, я думаю, самый любимый киндер, который существует. И это киндер Делис. Да. И теперь он с кокосом. Я вообще даже представить не мог, что ему сделают когда-либо кокос. Спустя столько лет существования появился второй вкус. Может быть, где-то на родине у него еще какие-то есть добавочки, но в России я видел только один оригинальный. Выглядит он вот так, кстати. Здесь же мы видим добавление кокосовой стружки. Ну и, скорее всего, кокосовое молоко. Это очень интересно, внезапно. И я хочу это попробовать. Взять тот же Kinder Pingui. Его, я сколько себя помню, поставляли с кокосом очень давно уже. Потом начали добавлять карамель, вишню и что-то еще было. В общем, Kinder Delis с кокосом. Погнали пробовать. Всегда нравилось, как она открывается, чтобы ты мог вот так вот оторвать и вкусить его. Вот так вот высуну. Да, вот он. Ну, пахнет кокосиком. Ну, тут без каких-либо сомнений. Итак, давайте попробуем. Обычный Kinder Delis, только с кокосовой стружкой. У меня, по-моему, посередине даже молоко обычное. Ну, кстати, не видно вообще кокосовой стружки. Она очень мелкая. Ну вот и все. И вот эта хрень почти 70 рублей стоит. Охренеть. Это вкусно. Да, это обычный, мой любимый супервкусный Kinder Delis, только с кокосовой стружкой. Неплохое добавление. Кокос я очень часто где вижу сейчас. Прям распространенный такой орешек. Но он и стоит того. Есть очень вкусная шоколадка, которая похожа на Баунти, только без кокосовой стружки, но в виде плитки. Очень вкусная штука. Ну и вот это тоже довольно клевая вещь. Так что если вы любите кокосик, то это вам зайдет. Ну и, конечно, сладенькое. Не сказал бы, что он лучше обычного, просто такой же киндер, только с кокосиком. На этом у меня все. Не забудьте оценить ролик, написать комментарий, а также напишите, какой киндер любимый у вас из всей продукции. У меня вот Kinder Delis. Ну а на этом все. Всем удачи, всем пока.